Знаешь, каково лежать вот так вот в своей кровати на базе? В тот момент, когда ее вайпают. Это очень тяжело. Мы пытались сражаться, и наша база была одна из самых безопасных и защищенных на конквестах. Но, когда на наш сервер зашло 25 китайцев, и 6 из них были с рейлганами и аимботом, то сделать мы ничего не смогли. Да, Трайб ГРУ притащил Титана, но Титан даже не долетел до главного фоба китайцев. Они сбили его рельсой с читами за несколько минут. Вот так вот. Мы пытались сражаться как могли, но наша база была полностью уничтожена. Вот так вот. Вот так нас убивали постоянно. Мы не могли даже заспавниться. Видишь? Мегатрайб GT7 пал. Вот посмотри, что осталось от нашей базы. Ничего. Только вот такие гигантозавры врага. Так, он на агре или на нейтрале? На нейтрале. Точно на нейтрале. Так, бежим, 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 бежим. Тихо, бежал. Ай, ну, кое-какие кровати еще остались. Кое-какие спавны еще остались. Посмотри. Когда-то здесь все было утыкано динозаврами. Здесь были наши базики. Сейчас два рипера и газбак с врага. Здесь мы выращивали базиков и тусиков. Здесь была наша главная база, оружейная. Здесь все было утыкано живкой. Стояла куча кицалей, куча птер. ФПС здесь проседал ниже некуда. Иногда было невозможно даже пробежать. Криоподов у нас было больше 500. И все полные. Так, это гига тоже. Это гига тоже на агре. Та была хоть на нейтрале, это вообще на агре. Так, скорее, 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 скорее. Но сейчас я хочу посмотреть. Может быть, тут что-то еще и осталось. А здесь у нас была огромная стена, защищенная сейфами, с кучей турок. Наш рипер кого-то добивает. Очень печальное зрелище, конечно. Такая огромная база. Самая защищенная база на конквестах была вайпнута. И вайпнута нечестным путем. Ребята, конечно, очень сломлены и подавлены. Ну и я тоже. Посмотрим, что здесь осталось. Так называемый бейс-тур. Ну, кое-какую живку я, конечно, успел засейвить. Не без этого. Так, но сперва нужно, наверное, разобраться с гигами. А потом еще проверить спальники врага. Здесь вполне возможно, может оказаться очень много спальников. Все сейфы, конечно же, наверное, пустые. Все разграблено. Так, сейчас мы эту гигу уберем. Кого она там кусает-то? Что-то даже сломало, блин. Сейчас мы от тебя избавимся. Ох, нифига себе. А что там за комплект? Что за стартовый набор для меня? Так, нужно еще разобраться со второй гигой. Ну, еще даже уровень дали. Блин, сколько у нас в этом месте хранилось криоподов, заполненных живкой. О, даже 11 уровней. Нифига себе! Вот это да! О, смотри! 412-я снайперка и рельса. Это же набор... читера, это набор Аимера, они всегда ходят с такими наборами. И броня хорошая. Вот это да. Вот это мне повезло. И подзорка, смотри, какой лук хороший. И стрелы, и граповые, и скины даже. И седло на гигу две. На две гиги. Так, оденемся. Вдруг какой-то ПВП.
Сейчас от второй гиги нужно тоже избавиться. А вон там у нас была ферма Гачи. На поддержание этой базы уходило 1000 элементов в неделю. Только на вот это вот, то, что ты сейчас видишь. Поэтому пыль мы фармили ежедневно. Так, в этой гиге ничего не было, что ли? Ну вот, другого кита мне не дадут, походу. Сейчас посмотрим. Нет. Увы, нет. Эх, на... Нифига себе, еще 5 уровней дали. Сколько тут еще криоподов мне досталось? Я даже не знаю, чьи это Дина. Наши трофейные или китайцев. Но я думаю, в будущем они мне пригодятся. Если, конечно, оно будет, это будущее. Но посмотрим. Я думаю, ты досмотришь этот эпизод до конца. Блин, ну смотри-ка. Какая снайперка. И турочка, прям все есть. И криоподы. Вообще отличные гиги какие-то. И по России. И, судя по всему, китайские. Рипер китайский. Хм. Интересно. Так, ну вроде бы никакой угрозы больше нет. Ну, проверил я базу. Выбросил здесь немножко гигантозавров. Они, по крайней мере, мне сэкономят сколько-то времени. Они, точнее, помогут мне выиграть какое-то время. Если вдруг враг здесь заспавнится, они на него нападут. Здесь пусто, все сейфы пустые, все пусто. Какое-то время я, наверное, буду жить здесь. А там посмотрим. Идти мне больше некуда. А здесь, по крайней мере, есть кровати, есть чуть-чуть хилок и есть трансмиттер. Ну и турка есть. Даже с патронами. Ай, на первое время хватит. Эх, какая же была шикарная база. Так, там ничего нету? Нет, там ничего нету. Главное для меня это сейчас трансмиттер. Буду потихоньку ежедневно загружать и выгружать своих Дина, чтобы они на таймере-то не пропали. Так, вот этих заберу, скины заберу. Так, это тоже все заберу. Пустые криоподы они мне понадобятся. А мясо я сейчас, наверное, распределю по гигантозаврам и положу моему велику. Велик, потому что очень много жрет мяса в ПВП. Больше всех на свете. Ну, кроме, наверное, Диадона. Диадон на первом месте, велик, наверное, на втором. Хотя, я не знаю, напиши в комментариях, кто на первом, кто на втором по потреблению мяса в ПВП. Так, сейчас мы поставим агрессию. Блин, кто мне там так спамит, а? Он еще тут уровней сколько много. Можно прокачать его по максимуму. Ну вот. И охрана у меня теперь на базе есть. Так, это чье? Блин, даже не знаю, чья это гига. И охрана у меня теперь на базе есть. Турок, правда, нет. Но ничего. Я думаю, если кто-то, по крайней мере, в этом районе заспавнится, гиги его убьют. Так, надо не забыть. Надо не забыть всех покормить. Жалко, велик только плохой. Хорошего я здесь я не оставлю, все равно. Мало ли что. Так, мы тебе дадим покушать. И тебе дадим покушать. Ну вот, все. Отлично. Больше, я думаю, мне здесь делать нечего. Так, ну вот этого тоже нужно покормить. Он еще на 91% привязан. Так, это мы тоже покормим. Этого тоже накормим. А то вдруг умрет с голоду. Вдруг врагов-то не будет. Ну все, больше мне здесь делать нечего. Я ухожу с центра 13. Да, так получилось.
что наш Мегадрайв пал. Мы повержены. Мы повержены, но мы не сломлены. Ведь наши самые злейшие враги на конквестах стали нашими лучшими друзьями. Да-да, все объединились против аимботов, против нашей общей угрозы и нашего общего врага. Поэтому у нас еще есть шансы. Правда, Tribe GT7 уже не существует. У нас теперь новое название. Мы не сломались, и мы не сдались. А это значит, что никаким моим ботом нас не победить. И мы будем продолжать бороться. И я, Кип, обращаюсь ко всем выжившим. Если у вас есть скилл, если у вас есть мастерство противостоять, воевать с аимботами, если есть хорошая и опытная команда, ну и вы тупо не засали, то заходите на конквесты. Чем нас больше, тем лучше. И мы будем противостоять китайским аимботам и угрозе конквестов вместе. Тем более, что аимботы стали уже не такие опасны. Рейлган пофиксили. А это значит, что мой сезон на этом не заканчивается. Дальше здесь будет еще очень много интересного.